¡Quiero verlo personalmente! ¡Avisadme si veis algo! ¡Lo que sea! Thank you.
назад! Ты нас всех разочаровал, Тэтч. Решил остаться тут, значит? К черту его. И всех вас, кто последовал за этим пронырой в безвестность. Он просто глупец. Ты пришел звать меня домой. Благодарю за веру. Но Насау больше нет. Это мой финал. Я так не думаю, друг. Но и не вправе тебе указывать. Ты все еще ищешь мудреца? Да. В том месяце я взял корабль. Так там люди говорили, что некий Роберт сходит на принцессе. Попробуй проверить. Принцесса. Спасибо. Что ж ты как бочонок сдохла рыбой? Мы празднуем мою отставку! А ну, откупорьте ему завтрак! Оставь мне парочку. Дезертир, который меня узнал. Я перерезал ему горло, он и пикнуть не успел. Тебя видели? Не думаю, сэр. Не думаю, сэр. Но Кенуэй что-то подозревает. Он все замечает. Расскажи, папа. То еще сборище, сэр. Пьяные до смерти. Это нам на руку. Расскажи. Расскажи мне про Тича. Что он за человек? Он Тэтч, сэр. Так он себя зовет. И он просто чокнулся. Совершенно свихнулся. Чокнутый? А если подробнее? Ну, сэр, вот взять, к примеру, выпивку. Выпить-то он мастак, но не как все. Берет обычный блиц с ромом и сыплет туда полбутылки пороху. Я не ослышался. Ты сказал пороху? Да, сэр. Для забавы. А еще на той неделе он согнал всю команду и запер в трюме. А сам начал жечь серу и прочую вонючую дрянь. Сидели, как грешники, гниющие во схожих ямах при исполнении. Ни больше, ни меньше. О, боже. Для чего? Команду проверял. На прочность и вносливость. Пока что на корабле крепче его. Не нашлось. Я думал, живым не выберусь. Чёртовы дикари. Живей, подавай сигнал. Идем. Пора. Живей, подавай сигнал. И запомни. Этот день.
черта? Где Галка?
Где же Тэтч? Убит? Капитан? В вечных муках. Значит, Тэтч погиб. Проклятье. Их было больше. Я не пробился. Он был сущий дьявол, а вот душа металась. Сложно отбросить то, чем жил раньше. Да. Мой отец любил побрюзжать, что хочет купить собственный корабль. Я буду капером, вот увидишь, Чарли. Твой старик будет капитаном. Но пошел на дно бочки с виски. Так, Кенуэй, я тут думал про твой план, про эту обсерваторию. А вдруг это байки? Есть одно судно работорговцев. На его борту некий Робертс. Он отведет нас. Они работают на Королевскую Африканскую компанию. Что ж, найдем корабль, расспросим. Отдать гроты! Что в карте? Куда идем, капитан? Ищем работорговцев. Королевская африканская компания. Уж не задумывал ли ты торговать рабами? Нет, проклятие, Адель! Что за вздор ты несешь? Нам нужна информация. Надо выяснить, где принцесса стоит на приколе. Принцесса? С рабами? Да. Черная борода сказал, там можно найти мудреца. Капитан, Вейн потопил торговую шхуну. Вот черт! Так трудно держаться условленного курса. Человек, сэр! Приближаемся, капитан! Слева по борту! Человек за бортом! Вроде живой! Не
затопи корабль, Кенуэй. На его борту сотни невинных душ. Знаю, знаю. Недолго. Подойдем ближе. Пли! Пли! Залп! Пли! Готов, сэр! Пли! Он потерял ход. Подойдем ближе. Подойди к борту! А ну быстрее! Готово! Уходим! Говорит, принцесса отходит из Кингстона каждые пару месяцев. Ясно. Ложимся на курс. Вы разнесли паруса и текелаж в клочья. С вас причитается! Черт, Уэйн! О, Чарльз, да. Ты просто дьявол воплоти. Не зли меня, Джек. О, злит тебя моя работа. Чарльз. Парни! Ну, мы с парнями потолковали, пока вы там теряли время. Ну и они решили, что из меня выйдет капитан получше, чем из вас. Я тебя в клочья разорву, предатель! У-у-у-у-у. Это вам можно продать за десятку в Кингстоне. А с вами, пьянчуги, лучше не рисковать. Ты пожалеешь об этом дне. Да мне не привыкать.
связать и за борт. Я тебе брюхо вспорю, а потом я вытащу твои кишки и надену на лютню вместо чертовых струн. Хватит тебе скулить, Вейн! Толку никакого! Ну-ну, бесстрашный Эдвард Кенуэй. Молю, капитан, скажите, как нам спастись? А может, вы столь ловки, что сможете управлять лодкой без руля и паруса? Закрой пасть, Вейн! Не двигайся! Этих устриц я заберу себе. Ты безумец! На острове полно еды, стоит только глаза разуть! А я разул олух. И вот что нашел. Прочь! Пошел прочь! Слышишь? Не смей меня искать! Точно безумец.